С января по апрель на столичных сценах показывали лучшие постановки. Фестиваль «Золотая маска» объединил театры из 25 городов и представил 56 спектаклей, номинированных на самую престижную театральную премию страны. От Самарской области в этом году единственный коллектив – Самарский академический театр оперы и балета. Балет «Бахчисарайский фонтан» показали на новой сцене Большого театра. «Бахчисарайский фонтан» был представлен в 5 номинациях. Работа художника в музыкальном театре, работа художника по костюмам в музыкальном театре, балет «Современный танец. Женская роль», балет «Современный танец. Мужская роль». Здесь, кстати, было номинировано сразу два артиста театра. Помимо этого, спектакль претендовал на звание «Лучший балет». В этой номинации Самарский театр был единственным представителем регионов и конкурировал с мэтрами – Московскими Большим театром и Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича Данченко, а также Питерской Мариинкой. Со дня конкурсного показа больше месяца ожидания. Имена победителей держали в строжайшем секрете до момента награждения. Такая традиция. Приз получает... Татьяна Ногинова, Бахчисарайский фонтан, театр оперы и балета «Самара». Церемония прошла в Москве в концертном зале «Зарядье». Самарское областное вещательное агентство одним из первых поздравило коллектив театра с историческим событием. Сразу после окончания награждения обладательница «Золотой маски» Татьяна Ногинова поделилась своими эмоциями. Это совершенно невозможная история. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось, но важно помнить, что все меняется, и невозможное случается. И я поздравляю Самарский театр оперы и балета. Это целиком и полностью, ребята, ваша заслуга. Эта «Золотая маска» – первая в истории Самарского областного театра оперы и балета. Это счастливое событие для всего нашего коллектива. Это работа всего театра, всех, кто делал этот спектакль, постановщиков, режиссера, дирижера, художников, всех артистов, конечно, работа всех цехов и производственных цехов, швейных, всех всего театра, который наконец добился самого большого успеха в своей истории. Также впервые в истории Самарского балета на «Золотую маску» были отобраны в личные номинации «Лучшая мужская, женская роли», то есть вошли в число дипломантов премии балетные солисты. Первопроходцами в этом смысле стали Ксения Овчинникова, Диего Кальдерон, Игорь Кочуров. Конкурсному показу спектакля в столице предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и Большим театром, которое заключили Дмитрий Азаров и Владимир Урин. Глава региона уделяет большое внимание развитию Самарского оперного и лично поддерживал коллектив театра в день конкурсного показа. Мария Шпакова, Алена Власова, Новости губернии.